Друзья, всем привет, с вами Зомби. Сегодня я отправляюсь на локацию Rising Sun. В общем, не успел заснять видео, когда покидал прошлую локацию. Просто потому, что уже подтверждения не спрашивают, хочешь ли ты или не хочешь. Случайно нажал, все, ты на локации. Так, нам в начале локации был маленький диалог, дальше предлагают пройти на вот эту вот полянку. Вырубаем первый куст, вырубаем второй куст и доходим до каких-то солнечных часов, либо что это, гороскоп какой-то, непонятно. Так, вот здесь у нас есть вариант пройти дальше по локации. К счастью, вот локация прям очень быстро вся открывается, и можно смело сказать, что нам здесь много энергии не нужно будет, хотя все еще впереди. Сейчас посмотрим. Здесь есть всякие такие прикольные штучки, которые можно открывать и получать. А там получается только по заданию их нужно открывать. У них что-то есть. Я думал, это какие-то подарочки. Не угадал. Так, крафт дей, тут у меня крафт дей какой-то выскочил. Это событие, которое я уже видео скинул на канал. Я на втором аккаунте его проходить не буду, буду просто двигаться вниз по локации и проходить задания. Так, здесь можно посмотреть список моих заданий, которые есть на этой локации, и вообще весь список. Нужно приготовить чай. Чай делается с ягод. Ягоды собираем 12, получается за 12 энергии мы получаем 2 ягоды, забрасываем их в наш костер, в кастрюлю, и получаем плюс 8 энергии в итоге, но мы тратим дополнительно еще один бочонок с водой. Я думаю, если брать, учитывать то, что мы будем получать плюс 8 энергии, это эффективно. Но то, что мы тратим воду, ну, не всегда получается накопить воды столько нужно, особенно в начальных этапах игры. Но я буду тратить воду. То есть 8 энергии обменивать на воду буду. Так, здесь у нас есть какие-то камни, скорее всего, по заданию, поэтому я ее буду вырубать. Плюс также эту чернику буду тоже 100% все вырубать. Вот здесь у нас есть задание. Нам нужно открыть вот 3 штуки, получается. Вот 1 и 2. Так, вот здесь можно тут пройти. А там как? А здесь, наверное, вот сюда и как-нибудь пройдем. Да, отлично. Прямо очень хорошо прошел, минимум энергии потратил. Дальше нужно вырубить 10 таких кустов. 10. Они нам дают солнышко. Ну, давайте дальше по локации пройдем. Может быть, эти кусты будут где-нибудь дальше по локации. И у нас есть еще задание нарубить 10 вот таких камней. Вот эти камни есть и там, и вот здесь есть. Поэтому также сначала идем дальше по локации, а камни вырубаем там, где будут мешать нашему прохождению. Так, может быть, кстати, не все задания являются для нас основными, и некоторые задания можно будет пропустить. Так, дальше, вот это задание. Добраться до какой-то статуи. Вот у нас есть статуя, ей там что-то нужно сделать. На самом деле, Rising Sun, я эту локацию не помню. Может быть, я ее не проходил вообще, либо я ее проходил, ее сильно поменяли. Потому что я локацию не помню. Забыл уже, давно проходил первый раз, сейчас я ее второй раз прохожу и ничего не помню, что здесь было. Либо ее добавили относительно недавно, либо ее меняли. Потому что я локацию эту не помню. Ее вроде бы не было. Ну, кто там давно играет, напишите свое мнение. Ну, реально, я не помню эту локацию.
Так, здесь нам нужно собирать цветы. Цветы у нас на деревьях растут. Да, нам нужно собирать особые цветы, которые растут на деревьях. С каждого дерева падает один цветок. Возможно, с большого... Не, с большого дерева также один цветок падает. Поэтому... Ну, нам, скорее всего, все деревья нужно будет рубить. Поэтому рубите все. Я думал вырубить только маленькие, большие нам не нужны, но по идее нам нужны все, все деревья нужно вырубить. Еще одно дерево вырубил. Теперь нужно собрать кристаллы. Я так пробрался в самый конец, сначала выполняю последнее задание раньше всего. Так, я что-то не то вырубил, напрасную энергию потратил. Ну окей. Кристалл. Что по кристаллу? Кристалл также нам нужно, скорее всего, весь вырубить, потому что я собрал только, не, только 10, и мне нужно 15. Нужно еще 2 кристалла найти. Вот здесь один спрятан. А где последний? Последний спрятан за этим кустом. Вырубаем этот куст, потому что мы там сможем себе еще вернуть, получается, энергии за счет этого кустика. Так, строим нашу статую. То есть мы закинули в эту статую солнышко, я так понимаю, или что мы сделали. Нам дали подарочек. Теперь возвращаемся к первому заданию. Будем вырубать наши кусты. Кусты по 18, по 14 энергии. То есть это не очень-то и много. Можете прожимать по декорациям. В некоторых декорациях спрятаны подарки. Точнее, даже во всех. Если прожимать по декорациях некоторых, можно получать подарочки. Так, теперь мне нужно еще солнце находить. 2, вот здесь. И еще один кусик нужен. К сожалению, я его не вижу. Да, он спрятан. Давайте вот здесь заберем. Ну и сразу чернику вырубим, с нее энергию сделаем. Так, закидываем наши... солнышко в эту статую, и получается что-то происходит. Но я не понял, для чего им нужны были солнышко, потому что у нее в руках луна, походу, полумесяц. Так, дальше следующее задание у нас — цветы собрать. Давайте соберем. У меня уже заканчивается энергия. Возможно мне ее хватит, а возможно мне ее не хватит. Это еще непонятно. Так, цветы вот здесь есть, я слепой немножко, ничего страшного. Давайте вот здесь вырубим, вот здесь последний цветок. А что касается камней я еще все не нашел. Нужно 4 штуки, вот здесь 1, 2, еще 2, где находится, по знаку вопроса ищу, чтобы потратить, соответственно, меньше энергии. Там попробую сверху зайти, потому что если наупрямик, придется вырубать 3 ресурса. Да, лучше бы я наупрямик шел, потому что там не пропускает. И вот вижу последний камушек. Давайте вот так и попробуем к нему добраться. Добираюсь, и здесь еще спрятанный сундук с энергией. Это мы открываем, сразу ценности забираем. Смотрим наше задание. Чиним третью статую. Чиним. Так, окей. Выполняем задание. Остается у нас последнее задание — собрать 20 воды. Чего? Чего? Я сейчас не понял, получите. Одну воду собрал, потратил 25 энергии. Второй раз, если вырубаем, собираем 3 воды. То есть, чтобы... А, нам нужно 20 раз собрать воду. Но 20 раз, то есть, по идее... 10 раз нам нужно потратить 25 энергии, 10 раз по 20. Выходит, 450 энергии нам нужно, чтобы пройти только вот это задание с водой. Но вы учитываете еще, что эти колодцы еще спрятаны,
И в некоторых местах нам придется их хорошо так искать. А если я обменяю... Нет, это скорее всего не засчитаю, да? 5. А ну подождите, стоп. Не, не считаю, да. Я типа слишком обнадеялся уже. Так, ладно, у меня получается 6 из 20. На остальные мне, грубо говоря, нужно 250 энергии. Даже 300 энергии где-то. 250-300. Здесь у нас есть камни, на которые нажимаем, получаем некоторые награды. Так, это понятно. Что мне непонятно, так это задание. Но энергии у меня не хватит. Скорее всего, нужно будет собирать энергию. На оставшуюся энергию давайте я вырублю вот эти вот камни. А потом буду искать колодцы и вырубать воду. Наверное, именно сами колодцы я уже без вас как-нибудь открою. Хотя, может быть, даже с вами. Пойдем собирать энергию. Как соберу где-то 500-600 энергии, включусь и продолжим наше видео. Так, собрал немножко энергии. Давайте продолжим. Но я не уверен, что этого хватит. Еще чаек есть. Чаек мне плюсует энергию. Можно будет воспользоваться этим чайником. Но это не чайник, а кастрюля. Почему там получается витой чашка чая, я не знаю. Может быть, не до конца продумано. В общем, мы остановились на задании, где мы собирали воду. Так, там пройдем. Вот здесь есть. Ну, вряд ли мне этой энергии хватит, но постараюсь пройти как можно дальше. Ну, точнее, идти мне уже некуда, попросту постараюсь как можно большую часть задания пройти. В общем, что сказал, сам не понял. Так, давайте тогда пособираем камни. Хотя бы час задания пройдем. Камни у нас тоже спрятаны. Что колодези, что камни у нас спрятаны. Раз, два, три. Только сюда можно пройти, потому что если выше рубить, то там мы упремся в камень, а также само камень нам будет мешать. А это, блин, я реально туплю сейчас. Это же был тот самый камень, который нам нужно вырубить по заданию. Окей, вырубаем на оставшуюся энергию чернику. И вырубаем здесь еще немножко воды. Сколько у меня? 8 воды еще нужно. И нужно еще 3 камня вырубить. К этому камню нужно через цветы пробираться, скорее всего, да. Здесь я прохожу. Черника у меня есть. Я могу, по идее, немножко себе сделать энергии, то есть 40. Есть ускорялки. Так. Давайте потратим немножко ускорялок. Может быть, кстати, пройдем это задание с помощью ускорялок. Там дальше пошло все за изумруды. Изумруды тратить не будем. Ну, окей. Вырубаем, получается, этот камень. Вот там есть у нас вода. Как к ней пробраться? Мы, скорее всего, так пробираемся. Там можно было через 15, но я не уверен, что нас пропустило бы. Так, неполадки с интернетом или что это такое? Непонятно пока что. Еще немного воды собрал. Мне остается 6 воды и 2 камня. Камень есть снизу. Но, к сожалению, уже заканчивается энергия. Идем собирать. Так, ну окей, дубль 3. Что? Сугубо двигаемся. Кстати, у меня уже открылась парк открылся. Ну, в следующем видео тогда пойду в парк.
Напоминаю, если что, я вот эту линейку прохождений записываю для людей, которые только начинают проходить в Клондайке. И со временем сделаю так, что на конкретно этом аккаунте пройду абсолютно все локации от А до Я. Хорошо. Приступим. Мне нужно еще собрать два камня. Камень там спрятался. Давайте вот сюда и пройдем к нему. Хорошо, это мы вырубаем. К сожалению, мне опять энергии не хватит. Чаек у меня там сколько делается по времени? Долго? 5 минут. Странно, 5 минут. Уже больше 5 минут прошло. Либо я это невнимательный какой-то. Так, еще один камень. Вот здесь вырубаем куст. Угу. То, что мы вырубили куст, нам ничего толком не дало. Хорошо, вырубаем наконец-таки этот камень. Нужно найти еще два. Подождите. Так. А вот это хорошо. То есть то, что... Вот это давайте вырубим. О, все, ну отлично. Хорошо то, что я все колодцы обнаружил. Мне осталось попросту их открыть. Так, ну и к счастью, выполнили фул все задания. Нужно построить только статую. Чтобы ее построить, нам нужно получить еще. А вот это уже печально. Нам нужно еще воды получить, да? То есть мне нужно еще 2 воды получить. 15, 20, 20. Пока, чтобы даже к ней добраться, мне нужно потратить... Наверное, давайте будем ускорять. Хотя 6 секунд, что там ускорять, смысла нету. Давайте туда заберем 20 энергии. И, скорее всего, мне 20 энергии должно хватить. Но сейчас дадут... А нет, одну. И мне еще одну вазу нужно. То есть нужно еще 20 энергии. Я могу докупить за 3 изумруда, что я и делаю. Я конкретно купил для того, чтобы не затягивать для вас видео. А так вам не советую докупать энергии, лучше создавайте ее. Так, ладно, выполняем это задание. Это у нас статуя уже как бы... Открывает проход. И она держит ты и солнце, и луну сразу в руках, что странно. Так. Выполнение. Забираем награду с последнего задания. И у нас появляется следующее задание. О том, что мы можем отправляться на следующую локацию. Но заранее скажу, что я буду отправляться дальше в парк Габриэлы, либо как он там называется сейчас. Пока что отправимся в парк в следующем видео, потом будем собирать уже энергию, чтобы пройти дальше. Теперь мои планы дальше на эту локацию. Вырубаем полностью всю чернику. Всю чернику вырубаем. И вот в этом чайнике делаем себе чай. То есть, грубо говоря, вырубаем всю чернику на локации. Для того, чтобы выйти в плюс 8 энергии. То есть, с каждого кустика мы в итоге получим плюс 8 энергии. Да, это мало, но здесь получается, допустим, около 20 кустов. Это уже 160 энергии. Я думаю, стоит немножко посидеть и превратить всю эту чернику в энергию. Я думаю, реально это того стоит. Так, давайте вот эту вырубим. 12. Тут 2. Почему 12? Я, кстати, не понял. Там же, по идее... А, у нас 12, да? Ладно, спасибо тогда всем за просмотр. В следующем видео отправимся в парк Габриэл. И кто досмотрел это видео до конца, советую вам подписаться на мой телеграм-канал. Ссылки есть в описании. Там можно обсудить новые обновления, пообщаться со мной
и так далее. Подписывайтесь. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи.